В аргументации плоскоземельцев без бутылки не разобраться. Поэтому я продемонстрирую, что земля не плоская с помощью бутылки. Беру пробку, прикладываю пробку к бутылке и двигаю. Вот начинает появляться первая картинка на пробке. Появляется вторая картинка на пробке. Появляется третья картинка на пробке. И вот, наконец, у меня вся пробка появилась. Если бы земля была плоская, то пробка только бы увеличилась в размерах и была бы видна целиком. А чтобы не возникли адепты цилиндрической земли, надо будет провести наблюдение за корабликами с другого берега. У маяков есть специальная таблица видимости предметов на расстоянии. Она зависит от высоты глаза над уровнем моря и высоты предмета. То есть с палубы корабля, которая возвышается над водой на 4,5 метра, будет виден огонь маяка на башне высотой 26,2 метра с расстояния 15,1 мили. Это называется географическое расстояние, то есть при идеальных условиях видимости.